Полицейские установили личность мужчины, который утонул в реке Урал в Магнитогорске. Погибшему было 44 года. На пляже за Динамо труп. На место прибыли правоохранители, тело извлекли из воды. За всем наблюдали отдыхающие. Известно, что мужчина трудился разнорабочим в коммерческой организации. По предварительным данным, купаться он пошел в состоянии алкогольного опьянения, но на берег вернуться уже не смог.